15 к 5028.06.2018. Обновлено 14.51.28 июня 2018 года 31006 Париж. 28 июнь. РИА Новости. МИД Франции крайне обеспокоен наступательной операцией на юго-западе Сирии и заявляет, что есть риск эскалации в регионе. Франция крайне обеспокоена наступлением сирийского режима и его сторонников на юго-западе Сирии, в частности, вокруг города Дераа, в нарушение соглашения о деэскалации, гарантирующего стабильность в этой области. Эти атаки несут риск эскалации региональной дестабилизации, сказал представитель министерства на брифинге в четверг. Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии ранее сообщил, что правительственные войска совместно с формированиями Сирийской свободной армии (ССА) и при поддержке ВКС РФ отразили наступление боевиков запрещенной организации Джабхат ан-Нусра в южной зоне деэскалации. Сирийское правительство продолжает поддерживать мирное урегулирование на юге Сирии параллельно военной операции против террористической группировки Джабхат ан-Нусра, запрещена в РФ, которая в свою очередь, согласно заявлению сирийской армии, предпринимает попытки сорвать мирные переговоры и прибегает к запугиванию мирного населения путем ежедневных обстрелов жилых кварталов городов Дераа и Сувейда. Террористическая организация, запрещенная в России. Развитие ситуации в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии».